Труд всей моей жизни под угрозой, и все из-за того, что ты хочешь выйти, найти предполагаемую дочь Стоктона. Я вообще не знаю, если честно. Я не слушал этот квест, я думал, я ищу самого Стоктона. Она, скорее всего, Синт. Амелия Синт? Амелия? Амелия — это баба из Блудборна. We have well over a 70% confidence level of our initial diagnosis. I'd have to perform an autopsy to be sure. Go on. What would you do if your family? Если в детстве Синты уничтожили всю твою семью прямо у тебя на глазах, практически это и произошло. Но мы же не уверены на 100%, что она Синт, правильно? What happened to you? In Diamond City, a lifetime ago, my parents and eight others were massacred by someone. At first, we thought the maniac was human. But that was the day we learned of the Institute's latest creation. Понятно. As long as the Institute walks invisibly amongst us, I've dedicated my life to devising a test. Как же тест-то назывался? Тест какого-то Брухлера, Вахера там, короче, в фильме, который они проводили, чтобы репликантов выявлять. Кубан Пит 630, спасибо за подписку. Против геноцида синтов институт должен быть уничтожен. Someone needs to destroy the Institute. Мне, если честно, не нравятся эти ссаные синты. Мне все фракции не нравятся здесь. Мне не нравится Институт с их синтами. Мне не нравится Братство Стали и Минитмена. Мне не нравится. Да хватит злобно речать, бабка-то. That could be a... And then everything we've done. Covenant is many things. A refuge for the broken people left. But most importantly, I will make you a deal. If you let me dispose of Stockton's synth and continue our work, I'll match whatever reward you... Да я не уверен, что она синт, просто я хотел бы знать. No deal. Fortunate for me, I wasn't talking to you. You side with this nut job, and we're going to have a serious... Блин, я не понимаю. Человек по имени Псина просто злобно рычит. Но он опять злобно рычит. Я не знаю, что он говорит, он просто злобно рычит. И что отказаться, что согласиться, я не знаю, как... Он просто злобно рычит, и он стал псиной. Ну как хорошо отказаться. Че там за Амелия-то? Да она какая-то уж совсем... А, нет, это не та клетка. Погоди, ты синт? Tell me who you are. I'm Amelia Stockton. I'm not a synth. How can I be sure? Please, you have to believe me. I'm a human being just like you. My father, old man Stockton, he will reward you. Just let me out. Please. Блин, а если она синт? Сейчас мы узнаем. Не, не узнаем, похоже. Блин, этот Дэн, он реально овнит. Честный Дэн, сука. Вот бы узнать,
синт она или нет, потом принять решение. Если она синт, то пусть сдохнет, хрен бы с ней. Погоди. Ща разберемся. Погоди, честно. Деталь синта, она синт. Ну все. Ну все. Шел бы ты в жопу, Дэн. Шел бы ты в сраную жопу. Доктор Чемберс. Everything I've done has been for the greater good. Я готов. Я готов пойти на сговор с вами, блин. Будем надеяться, что здесь я еще не поговорил с бабкой. Да, стрим падал. Стрим падал. Мы были правы. Взял и упал. Война, все... Димар Сан, спасибо за подписку. Да это все из-за Good Game. Я уже сказал, что больше никогда в жизни не запущу рестрим туда, пока они, блин, 100% не гарантируют, что у них перестанет падать. Что бы то ни было. You do know she's most... Go on. What would you... It sounds like you didn't let it go. No, as long as the... I've... Isn't that a... Someone... A perfect... Sure. A living... But it turns out the test is... If you... And then Covenant, mm-hmm. But most important... I've had my fill of crazy... Fortunate... You side... Don't kill the girl. Spare her. Да не то. Even if she... Uh-huh. Прошлый раз я отказаться выбрал. Все, мужик, я тебя зауню ща. Только погоди. Мне ширнуться надо. Так, психо. Бафаут, пожалуй. Ну и винт не помешает в таком нелегком деле. Блин, это плазменная была. Ну ё-моё, какого хрена я не переключил гранаты-то? А у меня вообще есть, а как-то... Где он? А, он пригорел, все. Рассеянный лазерный карабин. Пойдем вскрытие смотреть, блин, блин, сейчас упустим все. Деталь синта. Dr. Chambers. We were under the mistaken impression you wanted to rescue the Stockton girl. The synth menace must be dealt with. The synth menace must be dealt with. Все, что ли? Еще ресторан какой-то. Ну что ж, решили вопрос, я считаю. Можно сказать, мирным путем. Синт мертв. Я не хочу вот раз с синтами водиться. Пошли они к чертовой матери.
Кожанка у Дэна прикольно выглядела, это обычная стандартная срань. Под ней еще спортивка была одета. Стоп. Блин, он в спортивках, что ли? Я думал, у него прикольная реально броня. Похоже, что это были просто, ну, приблуды разные. Да, чего ты решил, что она вообще прикольно выглядела? Это говно полное. У меня такая же штука, просто не на спортивном костюме. Пес, не грусти. Слишком много вещей. 234. Давай я тебя сгружу говна какого-нибудь. Стой. Не убегай, пес. Мы не так плохи. Так, толстяка. Толстяка и, пожалуй, ракетницу. Хотя нет, это не та ракетница. А толстяк сколько весит? 30 кило. Этого достаточно. Так. Тут, по-моему, был какой-то короткий выход, но уже поздно. Пойдут таким обычным. Ай, понастроят трясни какой-то. Только не радиация. Только не радиация. Ну чё, наверное, давайте в Starlight сходим, добьем. Не думаю, что в кафе много рейдеров. Добьем 10-й левел, да спать. Доброе утро. Доброе утро тем, кто проснулся. Только длинный был стримец. 8-й час уже пошел. Особо ничего не сделали, но... Может, так и должно было быть. Итак, мне надо... Где это Starlight? Со станции пешочком доковыляю. Нормально будет. Но, блин, немного жалко ее. Она-то не знала, что она син. Бедный отец, возможно, специально ее купил. Или там... Потому что она бездетна, но синты могут с ума сойти, и все мы знаем, что они готовят атаку на содружество. Эх, что пошли они в жопу. Че там? О, тайник. Неплохо. И ядерколу тоже возьмем на всякий случай. Молодец, пес. Жаль, его гладить нельзя, когда он что-нибудь стоящее находит. В этом Fallout так есть, особо ничего не делаешь. Да, да, есть такое ощущение. А браминов трогать не буду. Я же не совсем отбитый. Но я вот хотел за хорошего пройти, а все равно какой-то мерзкий получаюсь. Не получается мне хорошим персонажем быть. Пулик. Хорошо. Хорошо меня заувнило. Один вопрос. Как я вообще мог что-то здесь заметить? Что взрывается-то, сукин... Сукины дети. Прям вообще двери открывать нельзя? Типа дверь прям заминирована, что ли? А, да, вижу. А, нет, не вижу. Ага. Я обыграл вас. Ё-моё!
Пипец.